заведем мальчика. Шалобайку, макатаку. Тигра, льва. Крокодил. Нет. Где такого нужно? Ой, детки, да, обязательно. После дождика в четверг. Все со временем, ребят. Пока что у собаки. У нас детей уже куча будет. Целый дом. Уже будет и Кира. Кстати, Киру мы... А как мы назвали Киру? Мы сами назвали или она была им? А не мы назвали ее? Не помню. Это был январь месяц. Мы были в запое. 333 евро сейчас. Билет. 333 евро на Сейшелы билет? Бля. Не стыдно тебе, как ты себя вела на день рождения? Ой, да стыдно, но это Марианское день рождения, поэтому все там были свои. Блядь, стыдно. Я сделала вид, что я ничего там такого не делала. А кто ты такая, Поля? Что ты пишешь, что мне стыдно? Стыдно, когда видно, у меня ничего не было видно, так что не надо. Ой, сегодня позагорал. Так не хочется, чтобы лето заканчивалось, как вы думаете. Вам хочется, чтобы лето заканчивалось. Кто чем занимается? Ты поговорила, что это какие-то прикольные темы. Ой, знаете, что у нас у попугая вечно открыта клетка, она все залетает и вылетает. Сделай тише. Слышишь? Почему ногти отвалились? Смотри. Потому что в селе была у мамы. И ой, мы ремонт в доме начали, переносили всю мебель. Сделай тише, Зай. И там, и тут, и Кира. Потому что мусор тягали, мебель перетягивали, обои клеили. И ногти, понятно, под перчатками даже поотваливались. Поэтому... Завтра наращусь. Я не знаю, может снять, уже полностью отрезать, да, это. Может наращу, посмотрю. Так что, вот теперь и отвалились. Потому что кто-то хозяюшка, вот. Так у вас дело вообще. Блин, так давно не было в прямых эфирах, я уже забыла, как себя в них вести. Отвыкла немножко. Раньше помню каждый день. Твой зай, с тобой тусоваться не ходил. Конечно, ходил. На день рождения вообще-то ходят пары адекватные. Ну, парами адекватные люди. Не знаю, кто ходит не пара. Такие смешные. Ой, ладно, ребят, что я, короче. Хорошая ты девочка. Просили стыдно. Сказала честно, стыдно. Хозяйственная, чистоплотная. Ох, я не чистоплотная. Педанша, мне кажется. Потому что... как я каждый день все убираю, застилаю, и это все, наверное, уже в крови. И хорошая, добрая. И хозяйственная. Чихнул три раза. Молодец, правда. В селе он бачил, сколько по это. Надо еще картошку. Смотришь дом 2 сейчас. Ой, такое просматриваю, ну как-то скучно там. Такое нечего. Уже раньше было весело, сейчас как-то какой-то там трешняк. Ну, скучный трешняк. А вы смотрите? Видела сороку, решила прогнать, зайти. Посмотреть, кого больше смотрит прямой эфир. Поняла, что у меня самооценка поднялась. Успокоилась. Виталику показываю сороку и думаю, господи, как я с ним могла встречаться. Это закрытое пространство, на Сейшелах можно, короче, такое. Общаешься с кем-нибудь из дома 2? Ой, ну типа, как вам понять, именно чтобы дружить? Нет. Ну а так, типа, сторисы смотрят, ну, меня там смотрят, мы иногда переписываемся с некоторыми. Да со всеми, в принципе, у меня же, ну, в Дерек есть. Когда комментирую, там что-то отвечают, слово за слово и так. А так, что прям дружить, то ни с кем. В дерьмо сейчас они дома, а ты да. Я в Деев приписала, что-то не помню. Типа, приходи на дом, два, я говорю, да, обязательно бегу.
такое. Да, Дом-2, блин, раньше был крутой. Я, кстати, Дом-2 же никогда не смотрела до того, как туда и шла. И сейчас, короче, что-то часто такое, ну, залипаю на старых вообще выпусках. Оказывается, что там, ну, на Пынзарях, на вот этих всех каких-то моментах, который был старый-старый Дом-2. Не видела недавно выпуски с тобой, когда ты была с черными волосами, очень полезно выглядела, худая. Ой, я вообще... Там на Доме 2 весила 43 килограмма, я там, у меня было просто нервные срывы, мне кажется, что там еще немножко, я очень рада, что меня туда убрали, потому что моя... О, Хелен Грау, в пятницу с Эмочкой у вас на стрижку. Это я на самом деле, да, там было очень такое эмоционально. Ну, блин, это закрытое пространство, психушка, привет. Даль пострел, насышила сейчас билеты по 333 евро. Вони жили на Сейшелах, на пляже, в палатке. Такие прилетели за на Сейшелы свои палатки. Ну не могла, не удержала. Ну ты ж знаешь, что я все показываю в интернете. Привет, и кто подсоединился? А сегодня такой. Прямой эфир ни о чем, потому что я 100 лет не заходила в прямой эфир, и я даже не знаю, о чем с вами общаться. Я раньше что-то придумала какие-то темы, общалась с вами. Ты красивая, спасибо большое. Общалась с вами, что-то это. Помните, я раньше вообще с прямых эфиров не вылазила? С вами вечно сидела. А сейчас, короче, даже не знаю. О, здравствуйте. Всем. Здравствуйте, здравствуйте. 30 человек, ничего себе. Так что, короче, такое, ребят. Сегодня у Эммы была ситуация, ее оса укусила, я так испугалась. Это очень страшно, серьезно. Я представляю, там, знаете, когда ребенка, там, человека, тут, блин, маленькую собачку за эту лапку, она плачет, истерит. Тебя родители Виталика зовут, его папы нету. Ну, как и у меня. Тебе с 13 лет, или сколько? А мама живет недалеко, с 2 километра. Я с мамой на телефоне общалась. Вот. Она просто короной болела. Мы обязательно познакомимся. У тебя очень хороший, береги его, себя не забывай. Обязательно. А жало нашли? Нет. Меня этот вопрос очень, короче, волнует, потому что я сразу в лед опустила и держала где-то час лапку. И, короче, ну, спасибо подписчице, там какая-то написала, я успокоилась, потом она так отошла. И я, типа, ну, сейчас она бегает, все нормально, но просто, ну, я, типа, переживаю, что... То, что у нее, типа, короче, жало где-то есть. Виталика была семья лет. Не признается, скотыняк. Да не было. Он была не до этого, он трудяга, он работает. С утра до ночи Виталика їде, нема у нього дітей, нікого у нього нема. У нього були одні отношения, 5 лет, і 2, і все. От вам. Так, да, Виталика 1 500 000 дітей, куча любовниць, і взагалі у нього куча квартир, і я тут так подживаю. Такі. Ти можеш мій прямий ефір не смотреть? Сел напротив і смотрит мій прямий ефір. Я ненавижу, коли смотрят при мені мої сторіс или смотрят мої прямі ефіри рядом со мной. Для мене це все. У мене глаз починає тіпатися. Я включився, я сторіс уже. Лучше смотри, тьох. Я тебе разрешаю. Пиздати мене, ні. Вечно. Вечно какой-то формой. Яночка, можеш не оса укусила, а пчела? Посмотри на всякий чтой. Ой, Юлия, чтоб ты понимала, я сегодня пересмотрела все. Мы там с официантами, там женщина-уборщица, я расплакалась. Вы же знаете, какая эмоциональненькая, добрая. У меня там такая истерика была. Я приехала с 3 до 6, пока Виталик был на работе. Я на телефоне была с ветеринарами, с Виталиком. Держала эту лапу, все проверяла. Я так испугалась, я думала, что у нее перелом. Она кричала на весь этот бассейн. Де Віталік працює? Де він у момент? Знаєте, тут такі з казкою стоять на дорозі. Поліцейський. Плохий поліцейський. Ой, Боже, так не хочу, щоб ми вийшли. Видели, що на вулиці відбувається? Завтра 90% дощ.
И мне кажется, что это все. И так тут уже вторник, среда, депрессники, а тут потом. До Нового года, Ленин. Готовьтесь. Новый фильм называется «Депрессия». Это лучший. Тут летом еще можно куда-то выехать, на какой-то бассейн. А тут типа днем ты куда уедешь? Никуда. Это же у меня будет крыша ехать, никуда не деться. Буду сидеть, сама себе придумать. У меня сегодня висок стрельнул. Начиталась хуйни какой-то в гугле. Придумала себе болячку, уже все. Оля. Хотела сказать. Шпица Оля назвать. Шпица. Оля? У нее Оля. Шпица. Оля. Это девочка? Да, Оля. Такое. Так же, короче. Нужно срочно что-то придумать. Интересно. Так, короче. Ну, а денег дает Виталич. По мере возможности. Не, он мне дает четко каждый день лимитик. Я очень сильно люблю носить женские трусики, лифчики и чулочки, платья, юбочки, туфельки, женские сапоги. Я еще очень люблю носить женские ночнушечки, очень люблю носить женские трусики. Кружевные. Ты же мужик, мне тебе за 40. Я прочитала, потом увидела, что это мужик. Ты больной? Мне кажется, ты не мужик, а гей. Давайте все тебе скинемся старыми порванными колготками. Будешь носить. Шишу я свой Никита. Боже, мне интересно, мужик, а у тебя что в голове происходит, как, когда ты это одеваешь? Честно скажи, как дела? Ой, дела хорошо. Побыла на пляже. Приехала. Отлично, что пересмотрела, что не пчела укусила. Я вообще, это мега позитив. Не обращаю внимания на диване на критик. Ой, да на самом деле я вам скажу, что кто за мной давно наблюдает, кто меня знает, кто меня там, не знаю. Я очень раньше была ранима, очень это. Ты сейчас ранимая, просто я сейчас уже как-то меньше на это реагирую как-то. И я... Дебила. И я поговорю. Какой-то он, что это? Так нет, ты просто посмотри. Ну, какое у тебя настроение? Дай мне, дай телефон. Знаете, рыбика, вот это зачем любить, зачем страдать? О, швист, смотри. Что у него в голове? Вот просто. Что, рубашку уже вымазал? Молодец. Да себе этот фильтр скачать срочно. Когда свадьба? Ребенка хотите родить? Ой, ребята, пожалуйста. Училась с тобой в 10-й школе. Супер позитивный человек. Продолжаешь в том же духе. Так, не помню тебя. 10-й. Ты знаешь, что 10-ю школу нашу? У меня же там тетя живет через забор. Они говорят, что 10-я школа ее же закрыли. Еще, короче, ее не сносят и ничего. Я тогда приезжала в шоке. Там куча вот этих наркоманов, алкашей, дети ж там нюхают, все колятся, залазят через окна. Там в школе такое творится, что просто пипец. Сейчас Сороков в прямом эфире, у него 13 подписчиков. Да, я знаю, я вообще в прямой эфир зашла, чисто самолюбие свое. Я Виталику рассказывала, ну, типа, я включила его в прямой эфир, он говорит, а я, типа, он говорит, а у него 152 тысячи, а почему у него, типа, так мало смотрят людей? А я рассказываю, что когда мы встречались на Сейшелах, мы заходили, там у нас по 300 человек, по 400 там смотрели. А это, типа, тут я захожу такая... У меня это 17 625 человек. А 32. Там, а его там 8-9 человек. Времена меняются, все меняется. Ой, слава богу, что я с ним не осталась. Фу. Сидела в Минске, вот он, наверное. Как мышь. А это оказалось, что мы такая крутая пара. Будущее, я думала, что будет. Это, знаешь, будущее только, наверное... В воротах, а не поза воротами. Закрыли после моего выпускного как раз в 2017-м. Капец. Ой.
как все поменялось, ребята, реально. Я настолько в жизни все пересмотрела. По поводу вообще всего Инстаграма. Вы уже заметили, я там, ну, меньше вот этих всех сторис, прямых эфиров же раньше не вылазил. Да все. Да и вообще, кстати, публика у меня стала адекватная. Я вот со всеми там общаюсь, переписываюсь. Ну, как типа девчатами. Все какие-то адекватные. Раньше, конечно, было просто трэш. А сейчас, конечно, все поменялось. Я спокойно стала. Смотрю фильм. Хотела с тобой в Киеве встретиться. Если бы желание, напишу. Пиши. Я недавно так смеялась. Иду, встретила Нону, подписчицу свою. Она такая: Лена, ты же моя настоящая. Ты такая красивая. Я говорю: спасибо. Постоянно, когда я это встречаю подписчиц, мне это как-то не по себе становится, когда они с тобой начинают разговаривать, и то что-то мне: а, я знаю, ты там была в селе, а ты там то делала, а ты там то ела. Так, ну, блин, это неловкий момент. Я в Чернигове была у бабушки, тоже в Андреевке, а потом в Чернигове гуляла, такое, так тоже, да, после Киева. Но все равно Чернигов по-своему хороший город. Я, кстати, княгиня, может, Украины будет в Чернигове, то, может, буду участвовать, но посмотрим, как оно случится. Если меня позовут. Ну, как позовут? Если я сама напрошусь, чуть наглеют, то, может, было бы прикольно поучаствовать. Леночка, княгиня Украины, представляете? Мечты. Мечты, мечты. Зачем на мечты? Мечты же должны сбываться, правильно? Можешь поехать на репетицию на такси. На какую? Свадьбы, какую еще? Нашей свадьбы. Короче. Чернигов, да, спокойной жизни, когда уж ты видел? Новый клип «Большастер». А ты видел? Я же на нее не подписана, надо подписаться на нее. Ты видела это, как она говорит: сегодня день села, я помыла голову. Наибольшастер. А ты видела: сегодня день села, я помыла голову. Не видела это в ТикТоке? Я так смеялась. Какая молодой там делать нечего, да. Ой, так, все, всех люблю. Всем спокойной ночи. Спасибо большое, что зашли в мой прямой эфир. Хочу вам сказать, когда снимаю сторис, не стесняйтесь, пишите мне, комментируйте. Я всем всегда отвечаю, даже которые не закрытые сообщения. Каждой девчонке всегда, кто на меня подписан, я всегда пообщаюсь, где-то каким-то советом помогу. Я, наверное, уже титан их проблем и всего остального в своей жизни. Кажется, прошла, и все со мной были. О, вы мне лайкаете, спасибо. Сердечки. Так мило. Все, на этой позитивной ноте буду прощаться. Наконец-то за долгое время прямой эфир без злости, без слез, без какого-то негатива. Так что все. Всем спокойной ночи. Пока. Люблюсь.